Поплыли наконец-то, ну поплыли, все, поплыли, 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 дядька на лодке. Поплыли наконец-то, ну наконец-то, припарковались мы вот там, вот, вот этот отель, вот этот вот отель, мы там были, да? Что я говорю, заходили в туалет. В отеле, в Америке, в отелях, в гостиницах заходят все, кому не лень. И там же рестораны, кафетерия, кафе или что-то там, бары. И там же туалет. И без проблем. Все вот кто... Ну вот в Америке же очень много отелей и всяких вот этих вот кондоминиумов, ну, которые это... Кондоминиумы, апартменты, ну, которые снимаются, да? А, и туда запросто можно зайти без проблем. Заходишь, если тетенька там сидит, если какое-то небольшое место, там она близко сидит, да, у выхода, если небольшой, не такой большой, где мы. Просто спрашиваешь, где туалет, она говорит, вот там-то, без проблем. Меня поразило, гляньте, квартиру у кого-то, девочки. Вау, квартиры. Простые квартиры такие, ну класс, да? Видеть каждый день лодки, а может надоест. А, это же квартиры еще. Людей, у которых яхты. Он живет там и яхту имеет. Бывает и такое. Ой, какая вот эта красивая. $16 million, 16 миллионов долларов. Дайте покажу. About $5 a gallon. I'll let you guys do the math. That's a lot of money, right? The good news is that a lot of these marines will get a free six pack with a fill up. So don't put out the tank. Fill her up, fill her up. Now we also do have a lot of yachts in town right now, which I'll be showing you guys here in a second. But this is where we are leaving BMR. Now BMR is actually the host of the world's biggest boat show. They bring about 3 miles of floating docks over here, tie it all up together, and all the yachts start pouring in. Now I really do like the boat show because it makes over 30% of our annual income into Fort Lauderdale. So we really do like the boat show. First yacht right here, blue one facing us right there. It's called She's a 10. That's for Into 10 hair products. If you use Into 10 hair products, you've helped pay for that yacht. There you go. And the next one, you look. 16 миллионов долларов, вот та, которую я первую показала. Поняли? И частный корабль чей-то. Вот это да. Вот это да. Что он с ним делает? Частные дома. Не частные дома, там кондоминиумы, кондосы, по-моему, да, кондосы, здесь, по-моему, кондосы. Очень дорогое жилье будет. Эти птички сидят, да? Очень дорогое жилье будет здесь. Я здесь загорю капитально, у меня нет козырька. У меня есть такая палочка, чего я никогда не пользуюсь этой палочкой, селфи. Ой, какие, или кондосы, или частные дома, или половинки домов. Но это красота. Говорит, 20 миллионов долларов яхта и 14 миллионов долларов дом. Про какой-то там он рассказывает, я не поняла. Частные дома. О, класс какой. Ну, это тоже люди, знаете, это вот здесь, по-моему, будет жить, но это что-то такое великое такое, очень-очень такое богатое такое оно будет жить здесь, это... Это не просто врач американский, это что-то такое, и артисты здесь покупают квартиры, знаменитости какие-то. Класс, да? Домики. Ой, какая красота. 27-28 миллионов долларов. Вот этот белый. 27-28 миллионов долларов. Спрашивали, что он имеет в виду. Не могут сумму назвать точно.
he bought the lot next door. Yeah. And he turned that empty lot into a $13 million sculpture garden. $13 миллионов скульптура где-то там у кого-то. Ну вот, ну это, конечно, очень здоровенный дом. Что в таком доме делают люди? Это очень большой. Ну куда? Куда такой? Я не знаю. Там пока на завтрак выйдешь на улицу, уже и бегать не надо по пляжу. Дом, я понимаю, как 400 метров. Ну вот наш 330, да, квадратных метров. 340 там немножко у нас хвостом. 400, ну 500. Ну была я когда-то в 700 тысяч. И то он такой, там часть его была неухоженная. Люди жили, но что-то там часть такая была, они там что-то не доделали. Ну большевато. Большой. They'll be stuck there for about 3 to 4 hours till tide comes in to get enough water to keep on going. We call that Gilligan's Island. Вот где мани, да? Вот где денежки. Ух. Ну, я имею в виду дома и большие яхты. Маленькие кораблики, они там недорогие. Ну, есть и $10,000, есть и $5,000. Разные, есть и $1,000, смотря какой там. Маленькая лодка. $1,000 будет стоить, малюсенькая. Строится дом на углу. And he actually owns a lot more things up the way. But right now we're going to have markers 5 and 6. It's actually about the new river. We're going to journey up the new river. Off to the right side here, though, you have an empty lot, big seawall. That belongs to the $6 million man, Vasily Majors, the bionic man. You guys know Vasily Majors? He was married to Farrah Fawcett. Well, Farrah Fawcett pack up her bags and leave Vasily Majors, turning him into the $3 million man. Trying to sell the house, couldn't figure out why. So he called his real estate agent, goes, what seems to be the problem, why can't I sell my house? And she said, simple, nobody wants a house, major Boston problems. That was tough. Good news, folks, the bar is open. The more you guys drink, the more these jokes get. Yeah. All right, next one coming up here on the left side. Two-story greenhouse, white window. Next one over here on the right side. Говорит, столько-то 20 миллионов долларов стоит дом, а он там вложил ТТТ, такой-то, такой-то, а потом говорит, ну правда, говорит, они имеют одну проблему, а какую? Этот marriage problem, ну вот эту, женитьбу проблему, не женитьба этот, ну между собой проблему, типа развод. Вот. That is a Category 5 proof hurricane house. I would show you guys the other three, but they're not there anymore. Some of you guys got that one. Next one over here on the right side for sale, that belongs to Pam Huizinga, Wayne Huizinga's sister. She actually got Wayne Huizinga his first $5,000 to buy his first garbage truck, turning that into waste management. Yes, folks, he made his millions and millions picking up your garbage. Now, he did give the company back to his sister, and she recently bought a new yacht and she named it Business Stinks. Appropriate name for a garbage company, yeah? But Wayne Huizinga did buy his first mansion here in Fort Lauderdale. And I'm actually going to show you guys where the mansion was. All right, guys, so here we go. Coming up on the right side, where they built this two-story house here on the right. Well, that's an airport terminal, I'm not too sure yet. But his house went from this corner here all the way down the canal to the sailboat at the end. That was all one house. Yeah. Now Wayne Huizinga tried selling it, but nobody can afford it. So he tore it down, tried to sell the land, but nobody can afford that either. So he broke it up to 5 different lots and he actually sold it off that way. There you go. Now this house was actually taking about 2.5 years to build this house. The first floor is designed that way to allow the water to flow through via a hurricane. A storm surge actually came up high enough to allow the water to flow through the house and keep that second floor high and dry. All right, next one coming up here on the right side. The rock seawall, they tore the house down over here on the right. But they left the pool. So if anybody needs a pool, we got one here on the right.
All right, come up here on the left side. We have a red brick house over here on the left. We've got a sign there on the corner. It's for sale sign. I'm actually going to tell you guys about the house. You can't see it. It's a little too far. But it's an 8-bedroom, 8-bath, 20,000 square feet of air conditioning living space for a measly $20 million. Does anybody need a penny? $12 million. Well, did you buy this house? You're actually realizing his family's neighbor. For right now, though, I believe the house is going up for auction. This is actually Wayne Huntington's house is where he lived. He did pass away about 11 months ago. He truly missed and left us the Fort Lauderdale here. But actually, here it goes. There's seven houses put into one. So here we go. On the left side, you have a two-story yellow house. That is the guest house. The green one next to it is for the lawnmower. The pink one after that is the second guest house, because you need two of them down here, if you guys didn't know. And now for the pink guest house and around the corner with all the you're going to have that bell tower right there, like 5,000 is favorite song. 24 karat gold trimming and jacuzzi on the second floor. Башенка, веранда, там барбекю место. Камни шоложены, вы видите? Sea wall называется. Sea — это море, wall — это стена. Набережная, набережная, да? Ой, бассейн, вау. He said he wanted to see what his house looked like from this point of view. So it came from boat ride. That's a really nice gentleman. Его яхта, слышите, вау. He actually bought this property here directly in front of us. Then he hired somebody from Universal Studios to come down here and design this house. That's why it's going to look like a Harry Potter looking house. Там такие поскромнее. It's a $22 million starting home. That he gave to his 28-year-old niece for a wedding present. What did you guys get for a wedding present? Sure hope I get one of those. Actually, I've never seen them cut the grass. I think they vacuumed it. Футбольное поле здесь, да, такое? Подстриженная травка. Ой, маленький какой вшивенький домичек. Вот этот вшивенький домичек будет миллион долларов точно стоить. Здесь джанки. Аполлон. Вот это тоже старый такой. Здесь по деревья подрезать, ну хотят видно тень. Как красиво. Не были мы здесь, представляете, вот были, ездили по Флориде, не были. Как хорошо, такой канал. They leave Miami to go to college football, so we're happy for them. Bassin. Oh, okay. Next one over here on the right side, they tore the house down over here and they left the pool. Oh. Also, not only did they tear it down, they started building another house for a lot of folks here by the house where the land is. Well, let's face it, guys, nobody wants to live in someone else's mansion, right? So you gotta tear it down and build another one. That's what they're doing. Next one here on the right side, you're on the first floor in the middle of the house, and you're gonna see double doors. Now from those double doors to the left is all kitchen. The reason why we know that is because last night we came by here on our dinner trip cruise and we saw the wife running around the GPS trying to find our favorite pots and pans. Coming up here so much, they didn't want to tear it down, so they built a house around the tree. Стеклянный. And the big red thing there by the pool, they call that art. I don't know what that is. It looks expensive, but I don't know. Дайте нам самый маленький, да? Дайте нам самый маленький домик. Ну, здесь еще и за локейшена вот эти миллионы набираются. Такой дом где-нибудь там в какой-нибудь нашей территории так стоить не будет. Не, он будет стоить, ну, 700 тысяч долларов, но не 12 миллионов, слышите? Now back in the day, beautiful models used to come out here and sunbathe a lot out here. And for some reason, the old Jungle Queen always had engine troubles right around here. Yeah. I don't know. All right, come up here on the left side. So, a two-story White House here on the left. Now, this will not be torn down. They can't tear it down if they try. The reason why is because this is a historical home that will be torn down. Oh, заброшенный дом. One of the old boxers for
Брошенный дом, сказали, что нашли вот этот poison, как его, poison это этот яд. Ну, вот, одно время в Америку завезли, по-моему, China, этот китайский какой-то, штукатурку какую-то, кажется, штукатурка это, какой-то отделочный материал, штукатурка, по-моему, и она была с токсичными веществами, что люди начали болеть, и эти дома на продажу не идут, там что-то обдирают, не идут там. Now, he always knew an evil came on the boat, because when he came up to the bridge, he would never go underneath it. He always tried going over it. So. On the right side of the Riverside Hotel, this is actually the oldest hotel here in Fort Lauderdale. Back in there, the folks were coming down here for vacation. They kept on running out of rooms. Здесь квартиры. Ну, вот здесь вот будет нормальная квартира такая, классно тоже. Ну, шумновато. Слышите, вечером ездят здесь на лодках, музыка гремит, бассейн у них, это бассейн. Так это вот такое место. Слышите, лодка с музыкой едет. С такой громкой, вот. Вот с такой музыкой будет мотан. Ну, ночью, может, они не гремят, но все равно до 10 до 11 будут. Next one over here on the left side. You got these at one over here on the left, these at two. Now these folks here actually, you can charter these boats out. They do a lot of birthdays, bar mitzvahs, weddings, anniversary parties. Believe it or not, they also do lots and lots of divorce parties. Корабли. I actually heard you can charter them out twice in the same year. Because you get like a discount, like a wedding and a divorce party. We said one, we said two. All right, guys, coming up here on the right side. Got some, got Third Avenue Bridge coming up here on the right side now. Смотрите, отель, наверное, такой, мозочки. All right, folks, we've got Third Avenue Bridge here in front of us. Now, Captain Oz upstairs communicating with the bridge tenders, letting them know Joel Queen's coming through. They're actually going to clear the traffic right now. And they're going to raise the bridge span. There it goes. Now, ой, разводится мостик, мостик разводится. On each side of the bridge span there. You have one block on the right and one block on the left. Now, what that does is actually make it easier for that little 11 horsepower motor to crank open this bridge up in the air. And don't worry, guys, you have power outage, no problem, they can actually hand crank the bridge up. We have a visitor, nice big waves, hello there on the right side of the boat there, guys. You have a nice big waves, hello there on the right. And they're waving. Alright, guys, let me show you guys the oldest hotel here in Fort Lauderdale. I'm actually going to show you guys the biggest hotel here in Fort Lauderdale. Now this hotel is actually so big and so nice, they actually allow 1,500 people to stay there for free last night. They actually have a bar in every room. Yeah. It is our $59 million Broward County Jail on the left hand side. How nice is that? You can dock your yacht, turn yourself in. Keep an eye on your yacht the whole time you're in there. They got a waterfront property for the inmates. Did I mention they have great security? Room service 3 times a day. Actually, heard every room has a phone. Говорит, в этих отелях room service 3 раза в день. Обслуживание комнат, room service. 3 раза в день обслуживается комната, то есть меняется, посидел на постели, меняется, ну, в общем, вообще, три раза в день, я еще такого не слышала, слышите? Meanwhile, on the left side here, downtown or saloon on the left.
Meanwhile, on the right side over here, the park over here on the right was actually built and donated by Wayne Heisinger. Actually donated to the city of Fort Lauderdale. There's a lot of fundraisers, festivals here. Wow, hello! Смотрите, с ребенком, с маленьким. Ха-ха-ха, и малыш показывает. Еще один мостик. Это нам же открыли, да? Мы проплываем, наверное. Вообще-то у нас мачты там где? Да, может быть, он высокий, наш корабль. And on the right, you have Brian and Iris spot that just closed down not so long ago. The last time they opened up, they did St. Paddy's Day. They only opened up for 2 days, for the weekend. They're going to be tearing a lot of this stuff down here, folks. Actually, you have a lot more folks coming into Fort Lauderdale. Got to make some more room there, so they're going to make some more room for the condos and park garages out here. Еще один открылся мостик, односторонний, смотрите. But if you look here in front of us, we have a train bridge here in front of us. Now this train bridge is controlled by a computer in Jacksonville. Now the way that works is on the right side of the bridge, it was high boards, it's dangerous. That will go from 6 minutes to double zero. You do not want to be on this bridge when it says double zero, or else you're going to have a bad day. The bridge will come down, it won't stop for nobody. So let's say it's a double zero is right here. That means everybody in the front of the boat. You guys are okay. Jazz festival there. It's a free jazz festival, you don't got to pay anything to go there. Джаз плейс. Говорит, free jazz. Говорит, бесплатный джаз. By boat or by car. You got a floating tiki hut bar there on the right side. It was the first Sunday I wanted to do a rain or shine. That's pretty neat. The IMAX Theater over here on the right side. The IMAX Theater is pretty neat also. Какая красота. Жалко, что мы не сидим там впереди. Now, like, there's only three in the world. There's one here, one in Tokyo, and one in New Mexico. Alright folks, looking for us, people didn't see a lot of manatees earlier. A little multitasking for manatees. They did the tour at the same time, so do bear with me here, guys. Now, if you look here in front of us, we have Seventh Avenue Bridge. We call this the Confused Bridge. Oh, mama, mama. Вместе с лодкой. Лодка такого же цвета. Ой, мама моя, зеркало. Ой. Oh, you only got manatees over here on the right side. You got some manatees. Голубая. Такой цвет необычный, необычный для глаз. Они есть люди, на ней живут. Ой, красиво. Там дом такой хороший. Квартира там тоже классная. Да, они там и большие, просторные. По три спальни. Такие там метров и по 200 и по 150 разные. Еще один мостик разбился. Alright, next one coming up here on the right side. This is the bridge center on the right side. Give a nice big wave. Hello there on the right. Alright folks, now we're actually going to be reaching our little board area. You can actually live on your boat here in Fort Lauderdale. Now the cool thing about living on your boat is that if you don't like your neighbor, you can untie your lines and you can move. Здесь немножко победнее люди, да? Ну то есть люди победнее, а так это вот скучно, скучно дома. Но все равно, блин, какие лодки у них обалденные. Или вот этот малюсенький домичек какой. Ну, это не факт, что это его лодка. Может, кто-то просто ставит ее здесь. Малюсенький домичек вот этот вот. Тут маленький такой домичек. Старенький. Зато какой локейшн. Локейшн. Они его продадут за миллионы. Это тетя. Тетя-капитан.
Ой, ну тут зеркальный кораблик. Мне нравятся стекла такие красивые. Ага, здесь простые уже дома пошли. Есть люди очень любят лодки. Есть люди сами ухаживают, сами там, они нанимают водолаза. Водолаз чистит от прилипших этих улиток. Но лодки надо все время чистить, его надо обслуживать. Непростое дело. Говорят, что как у нас... Кто купил машину, хочет ее продать, да? Ну, как у нас была раньше байка, да? Вот, кто не хочет ее продать. А здесь, наоборот, про лодку так говорят, что, говорят, кто не имеет лодки, хочет ее купить, а кто имеет лодку, хочет ее продать. Потому что, ну, с ней работы много, конечно. А если вы не такой богатющий, чтобы ты все это купил, там, этот сервис, вот, то вот такие лодки люди сами, они их поднимают наверх, они их там, ну, правда, говорят, это специальная служба, кто чистит дно. Ну, той лодки, которая не поднимается, как вот здесь, наверное, здесь что-то нету подъемных механизмов. We have high winds of 250 miles an hour. It's like California, they have great movement in real estate. Alright guys, well, if you look here in front of us, we have a decision here to make. We can make a right turn or a... Oh, we got a yacht coming out here, okay. He's flying. There you go, on the left side. You have a yacht coming on the left side. Что вот это на нас вылезло, мамочка моя. Посмотрите, какая страсть. Боже, какая красота. Так, девочки, стремиться у вас есть к чему, да? Я показала, куда едем, в какие рестораны ходим, в какой город приезжаем. Аллигейтор шоу сегодня еще у нас будет. Господи, аллигейторовое это шоу. Ой, гляньте, вот такая у него лодочка. Сейчас покажу, какая красивая лодочка. Слушайте, они еще самые счастливые, вот эти люди. Здоровые, здоровье прет. Спортом занимаются классно. В свежем воздухе, необремененные. Деньги делать не надо. Деньги вкладывать никуда не надо. Хай! Счастливее, чем богатые. Сказал же комментатор, говорит, что этот дом шикарный, то-то-то, там назвал преимущество, там 26-27 миллионов долларов. Потом сказал, говорит, да есть одна проблема, разводится, когда построили его. Позлорадствуем. То, что, собственно, купить нельзя за деньги. Но... Все равно хочется иметь много. Немного, но достаточно, да? Достаточно должно быть денег. Не обязательно. Они тоже устают, мне кажется, вот это. Вот тут все время жить, все время одно и то же видеть, каждый день одно и то же, да. Если только там не путешествуешь или по работе никуда ты не ездишь, но все время в одном месте тоже как-то не очень, да? Alright, come up here on the left side. A two-story house here on the left just sold for $2 million. $2 million, вот двухэтажные здесь дома, сказал, $1 million стоит, здесь намного дешевле. $2 million, the reason why is because see that yacht right there? It needs all the same bridge openings that we do. So it actually makes it harder for that yacht to get to the ocean. So it actually helps bring the price of the property down. So if you're on the left side and the right side, if you look on the left side and the right side, you have cheeky huts. We have those professionally built. Those are called cheeky huts. And ladies, your husband built them, those are called cheap pea huts. They don't work very well. Alright guys, so if you're on the left side, you're gonna see a house in the backyard. It's five archways, actually six right now, because you know that's open.
It's like archway. No, that is actually an indoor-outdoor Florida roof. The way that works is the push of a button. Those doors will come down, the AC will turn on, and you have yourself an indoor-outdoor Florida roof. Alright guys, coming up here on the left side, two little white houses here. Look at the tree right there. You see anything out of the ordinary in the tree there on the left? You have a dog in the tree there. You see him on the left side, his name is Lottie. Comes out here, was ready to climb the tree there for us to give a nice big round of applause. Like, у кого-то домик такой, да? Такой маленький. They were actually let the dog out almost every day to do that for us. The next house coming up here on the right side. As you can see, they're trying to tear it down, but they can't tear it down. The reason why, it's actually a historical home that actually used to belong to a gentleman back then named Al Capone. They used to be Al Capone's old gambling casino back then, anyway. Gambling was against the law. Да, next one come up here on the left side of RBC Dragon, that's research Russell. И как они себя чувствуют, зная, что здесь все время обсуждают их дома, да? Морской дракон написано. Господи, полный забит какой-то там ерундой, это лодка. So coming up here on the left side. Now you're gonna want to also have a guest house with a blue rooftop. And our main house with a blue rooftop. You're gonna represent the two houses today. We have a beautiful rock formation pool here coming up here on the left side. You're right there on the left. Represent the two houses today. Вот маленький нормальный. И схватит для жилья и дешевле. If you don't like that pool door, once we got you guys covered, go through these set of doors and the other set of doors. You're gonna have your second pool in the middle of the house. Yes, there are two pools in the house. You want to have to wave a little bit on the left side. Also, if you look on the left side, if you look from the left, you have another cheeky head. That's going to be a fully loaded cheeky head, full kitchen underneath there, place a lounge around, place for the kayaks back there. Actually, do a pretty good job of staying in the last hurry. Природа красивая, да, во Флориде? Смотри, все деревья, все кактусы, все растет. Конечно, таких цветов там, за ними надо ухаживать. Нет, да, ярких. Ну, сажают, да, ухаживают, поливают. Ну, пальмы чего только стоят, правда? Кокосовые, они же кокосовые. Кокосы, вам видно или нет, кокосы? Там кокосы. Вот, вот кокосы, сейчас покажу. Кокосы, там видно вам? Не знаю, видели ли вы кокосы. Слушай, теряй такой опять. Черно-белая какая-то такая большая махина. Это старая. Alright, come up here on the left side. You're gonna have a greenhouse over here on the left. This is actually where they keep their prize winning markets. They actually had it all covered up with all the cold winters we have here in South Florida. You know, like 73 degrees. Maybe we need a jacket just thinking about it. I don't know. It used to be a tennis court back in the day, and it turned out a tennis court building that built that greenhouse. А погода сегодня, вы не можете себе представить, какая красота. Не очень жарко. Ой, так классно. Сегодня у нас 7 апреля. Кокосы, кокосы. Кокосы, видите кокосы? Кокосы. Вау, дайте кокосик. Квартиры. We actually have a gentleman that comes on the radio almost every day on the VHF radio. Тетя машет всем. Вот молодец какая. Ай, тетя. Молодец какая. Американцы приветливые, они так. Может, видите, барбекю место. Барбекю, черные, два мангала и там бассейн. So to give you guys an idea how far Davie Boulevard is from where we left from today, you would have drove in your car, you would have made it to this bridge in about 15 minutes.